Ай! А, да. Всем привет. Поиграем в такую игрушку под названием GVGS. Вот такое вот оригинальное название. Я еще в нее не играл. Как всегда, мы будем вместе с вами все изучать и пробовать. Оригинальная игра. Посмотрите, такое вот у нас меню. То есть, если мы бежим сюда, мы начинаем игру. Бежим сюда, мы выходим. Давайте посмотрим, что же здесь надо делать. Туториал, a row case to walk. Окей, jump. Я умею делать jump. Let's go, let's go, let's go. Jump on enemies to kill. Kill me! То есть мы должны прыгать и убивать, да? Эй, нельзя было, но jump. Да, там было написано, но jump. То есть мы можем прыгать не на всех, получается. Можем прыгать на вот это говно. О, подождите. Там какие-то надписи были. Ладно, все, let's go, let's go. Нам нужно пройти. А, вот я вижу. Во, получилось. Так, блин, еще попасть надо каким-то образом. Нет, это сложнее, чем вам кажется. То есть здесь нужно прыгать не сбоку прям, а прям сверху. Вот так вот. Вот так вот. Spikes. То есть это типа ежики, на них прыгать не надо. Can begin. Ох, я полетел в небеса. Ну и что дальше? Где начало? Давайте. Не, оригинально сделали, очень красиво, необычно так. То есть я уже снимал игру, ну как называется, Draw Stickman, да? Мне кажется, это красивее выглядит. О, Left Control. Блин, ну я же прыгал. Что ж, ненавижу тебя. Опять заново? А, вот все. Let's go, let's go. Блин, все, 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 начинаем, хватит баловаться, let's go. А, вот она. Блин, а что я не кинул-то? What the fuck? А, это бомба была. Фух, да, нам нужно многое еще узнать. Это, кажется, была бомба. Да, да, граната. Я не прочитал до конца. Прикольно, смотрите, маска. Анонимусы, все дела, да? На ежика прыгать нельзя, правильно я понимаю? Let's go. Starting Ossia. Не, очень красиво сделано. Мне очень нравится. Прям приятно глазам. Да и текст хороший такой. Хм, молодцы. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Какие-то необычные изображения. Да, какие-то глаза, слезы. Хм. Так, мы прыгать на него можем. Мы, наверное, не можем прыгать только на колючки. Вот. О, jump in air. Left. What? А, подпрыгивать. Ну блин. Ну хоть не с самого начала. Ну блин, ну хоть не с самого начала. Ну блин, ну хоть не с самого начала. Ну блин. Ладно, все, let's go, хоть баловаться. Мне кнопка заела. Еще раз. Сюда мы можем прыгать, сюда мы можем. Эта шляпа нам нужна, чтобы делать двойной прыжок и сальтуху. То есть я прыгаю, нажимаю и вот так вот. Ха. Прыжок. Управление, знаете, не самое легкое, я вам скажу. Я же нажимаю. Эта игра мне напоминает Марио... Нет. Как же называлась игра? Cat Mario? Не помните? Японская или китайская версия Марио. Где там вообще замучишься проходить. Вот то же самое. Но здесь красивая игра, мне нравится. Прыжок, еще раз. Прыжок, ну я нажал! Ладно, теперь буду нажимать много раз. Почему-то не срабатывает с одного нажатия, странно. Не понимаю. Не, графика нереально красивая, очень красивая. Вообще красота, мне нравится. Вот, не знаю. Вот. Вот, много раз буду нажимать, ладно. Прыжок нажимаем. Все, я прошел. Очень красиво, я не могу об этом не говорить, но очень красивый график. Вы просто приглянитесь, да, вот так вот. А, красота.
Стрелочка вниз. Так, ты, тварь тупая, ненавижу тебя, чтоб ты усралась. Давай, пошли. Let's go. Вот исправили бы они этот баг, да, чтобы прыгать можно было не только вот так сверху, а и сбоку тоже. Хотя, нормально. Главное привыкнуть. Вот какой-то человек плачет. Какие-то какашки. По идее, на них можно наступать. О, это КНАФ. Ножик. О, ножик у мата, он возвращается. Здесь что-то пишут, да, какая-то память, но я это не читаю, в принципе. Если бы он сделал на русском языке великом, то было бы забавно, а так... Какая-то крыса, смотрите. Не, реально, вот ты бегаешь, да и какие-то картинки рассматриваешь. О, крыса! Ладно, бежим. Здесь надо отойти, потому что я его так просто не убью. Нормально, I'll hack. Прыжок, кидок. Прыжок. Еще раз. Прыжок, кидок. Ах, ты ненавижу ежиков этих. А, вот они нормально, они до конца и бегут. А я могу вниз сесть? Короче, ладно, сделаем по-другому. Опа! Опа! Ай, хорош, хорош, Вася, красавчик. Все, бежим. The fortune I go, the loser. Waste I cannot. Посмотрим, что у нас здесь будет сейчас. Не, реально, это первый раз я такую игру вижу. Не, она абсолютно необычная. Абсолютно. Очень красиво. Очень. Она, знаете, она еще вдохновляет. Реально вдохновляет. Эта игра говорит о том, что даже вот когда все по минимуму, она может быть красивее там, чем любые другие игры, там, типа Skyrim. Ну, гораздо красивее, чем Skyrim, посмотрите. Мне кажется, если мы здесь бы сделали там оружие, да, эта игра бы спокойно бы заменила Skyrim. Я говорю уже, вот делали бы мультиплеер такие игры, да, вот именно такую игру сделали бы мультиплеер и придумали какие-нибудь там задачи там, да, чтобы много игроков что-нибудь делали там. Там добывали, дрались, выживали. Save time. А, замедление времени, все понятно. Ладно, допустим, мне это пригодится, наверное. Ладно, бывает. Let's go. Опа. Очень красивая графика, очень красивая графика, очень красивая графика, очень красивая графика, очень красивая графика. Let's go. Ух! Так, здесь нам нечего брать. Сваливаем отсюда. Опа, 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 опа. Подбираем опять плюшку. А, сохранение времени. Это такая стрёмная плюшка. В любом случае, здесь, в принципе, миссии несложные. Их можно пройти сотого раза. Ну, черт, я хотел прыгнуть. Как будто, видите, у него говно из жопы вылезло. Ладно, пошлите, let's go. Еще раз. Уу! О! Нифига, о! Теперь мы будем знать, что здесь есть быстрый выход. Быстрый спуск. Ах! Такое ощущение, что эту игру сделали в чью-то память, там, какого-то человека, ушедшего. Не знаю, но это, в принципе, не важно. Окей, пошли, пошли. Так, аккуратненько. Опа! 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 Все клавиши продавлю в клавиатуре. Отстань от меня! Ой, успел. Ой, так, нет, не хочу погибать. Нет. Отлично. А, могли не засчитать, я уже говорил, что прыгать нужно прям идеально сверху. Пока, дура. Блин, а миссии-то все больше и больше, длиннее и длиннее становятся. О, меня на голову упадет, да? Дайте угадаю. Тварь тупая, ну слази, слази. Ах ты.
Тварь! Получилось, все, let's go. Кнайф. My world, мой мир является черным и белым. Мой мир черный и белый. А чем прикол-то? А стрелка вообще-то была в другую сторону. Молодцы. Вот реально великолепно сделали игру. Ой, я прошел игру? А, нет, подождите. А зачем туда стрелка? Подождите, он вообще до меня идет? Да, идет. А я же могу переждать? Во, я переждал, смотрите, все получилось. Ладно, тогда пойдем в одну сторону, потом в другую. Зачем ножик? Ладно, все, возьмем. Меньше вопросов, ближе к делу. Попрыгали. Мой ворот. Black and white. Вхита. Сличанга. Изменения в... Так, идем дальше. Здесь надо уже осторожнее быть. Ага. Я не думаю, что он доберется до сюда. Ну, чёрт, ну нечестно, уроды тупые. Я думал, можно прыгнуть. Так, подождите, нет, нам нужно в другую сторону все же. Мне нужно куда-нибудь провалиться, чтобы я мог вылезти. Например, сюда вот я могу вылезти? Ха-ха. Нечестно, иди в жопу от меня, дура. Ладно, опять идем до конца. Не, мне игра нравится, реально. Не офигенная игра, необычная. Просто реально вот цепляет за душу. Эти слова. Мой world is black and white. Все, все, давайте пройдем эту миссию. Оп, оп, оп. Оп. Вот если вы какой-нибудь художник и у вас нет вдохновления, поиграйте в эту игру. Я думаю, у вас сразу вдохновление появится. Внимательно там рассматривайте всякие предметы, нарисованные здесь, объекты. Ну и что дальше-то, подождите. А, он должен об эту фигню удариться, типа? Не понимаю. Да-да-да-да-да. Я забыл, что у меня нож. Просто забыл этот факт. Так, теперь самое главное не сдохнуть. Ну, миссия, само собой, легкая. Здесь, опять же, самое главное не упасть, как это обычно и бывает во всех играх такого плана. Я прыгаю по буквам, ох. Обратно идти как-то страшнее, чем туда. Black Eye. Не, реально, это вообще стресс. Дайте мне выйти отсюда уже. Все. Окей, что у нас дальше? Опять буквы. Буквы, буквы. I'm well. И вниз прыгаем. Я тебе верю. О! Нет, не долетела шляпа. Во! Не, это реально какой-то мир. Это что, типа дома такие? А что такое летает вообще? Что такое? Какой-то цветок типа, да? Ладно, давай, давай. Поехали. Такая рука красивая, молодцы. Не, молодцы, 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 молодцы. Молодцы, 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 молодцы. Топовая игра. Так, прыжок. У нас появился двойной прыжок, да? Прыжок, нажатие, окей. О, ну за что? Вак, 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 вак. Ну хотя бы, когда мы погибаем, у нас остается шляпа. Опа, опа. Так, давай, спидран, спидран. Опа, оп. Опа. Так, теперь надо все сделать внимательно, чтобы это дерьмо опустилось, а это подошло. Еще раз. Так. А, я забыл. Я забыл нажать Ctrl. Ненавижу. Так, все, let's go. Опа. Нет, эту игру можно проходить бесконечно. Она реально достойная.
Ну какого хрена ты дура-то сдохла, тупая свинья? Вставай с колен. Ладно, еще раз. Я пошутил, ладно. Let's go. GVG. И видите, еще плюс в том, что каждый уровень уникальный. Вы чуете, да? То есть вам интересно будет, что же будет дальше. Все, нужно прыгнуть аккуратно, еще раз. Так, она сейчас идет вверх, вниз. Ну черт, ну тяжело. Тупая дура, пошли. Пукан порвало, давай. Вставай с колен, раб. Я, конечно, могу перемотать. Кстати, некоторые это написали, да, что не всегда перемотка это хорошо. Что им нравится смотреть, как реально, как человек мучается, старается. Так, ну-ка, давайте попробуем тогда прыгнуть здесь. Во! Теперь нужно сделать то же самое здесь. Ну что ж ты такая, та ненакрашенная, страшная. Ва, тупой уровень. Давай. Очень красиво. У меня еще просто разрешение экрана огромное, 1900 там с чем-то. И когда смотришь вот так, давай. О, а, ой, я думаю, я улетел. Так, вниз, а ты сюда, ну не могу я нажать, не получается, давай. Ладно, все, давайте соберемся уже. Соберемся в школу и пойдем. Прыжок, ждем. Прыжок. Сейчас делаю вид, типа я профессионал, давай. Ждем, опускается, прыжок, контрол, окей, ждем. Поднимается, опускается, прыжок, контрол, изи. Опа. Сейчас я все пройду по фасту. Так, скамейка, кстати, очень красивая скамейка. Птички, голуби. Голуби летят. О, free, only highway, motherfucker, beach, world, Miami, the view, dream for me. О, все, я прошел. Ух ты, как же красиво. Кстати, там, по-моему, первом и втором уровне, я забыл сказать, там маска была, помните? Анонимус. Маска Анонимус. О, единорог. Здесь у нас уже, видите, много вариантов проходки. Контрол, это у нас граната. Ля-ля-ля-ля-ля. Во, здесь всякие разные мемы. А сюда можно вылезти? Можно. Эй, сюрприз, мазафака! О, граната появляется. О, можно кидать дальше. Сюрприз, мазафака! Один, о. А, я подобрал одну, мне надо еще. Все, я понял. Короче, нужно найти 4 штуки, надо будет постоянно возвращать начало. Прикольно. Я правильно сделал, что начал оттуда, да? Я взял гранату. О! Заяц должен сдохнуть, по идее, нет? Единорог. Птичка-невеличка. Have you been here before, motherfucker bitch? Motherfucker bitch? Здесь мне граната, в принципе, ничем не поможет, но она нам не нужна. Дайте мне лучше шляпу. О. А, да, мы нашли вторую плюшку. Лови. Нет. Поймал. Так, я хочу взорвать это говно, подождите. Как это сделать? Только тут кинуть надо? Блин, нет. Ладно, let's go дальше. Let's go. О, зайчик. Лови, зайчонок. Нет, не поймал. Лови, пусечка! Хорошо, идем теперь вниз. Оу-поу-поу. Так, подождите. Помогите! Нормально, let's go. Все, проходим по фасту. Уху! Нет? Лови плюху, дура! Ха! Так, все, let's go. Дино. Дино MC47. Так, все, минусанули бича. Это у нас что, третья плюшка? О, я не хочу это. Дайте мне другое. Ну не хочу. Говно, ненавижу этот скилл.
Все, собрали третью, осталась последняя. А по-моему, вверху, да. Во, а это что такое? О, ножичек, отлично. Во, так, все. О, мы прошли уровень, смотрите, как забавно. Давайте мы на этом остановимся. Я, скорее всего, сделаю потом еще один выпуск и уже продолжим. Потому что игра достойная, я хочу показать все, что здесь есть. Еще я попробую поискать русский перевод, хотя я сомневаюсь, что он есть. Но прикиньте, он был бы, да? В любом случае, спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии об этой игре. Я считаю, что игра достойна, очень красивые рисунки, что делали игру-то художники, реально с душой. Всем спасибо, всем пока.